хочу поделиться с вами одним из моих любимых рецептов и рассказать, как приготовить грибной соус к любому гарниру, универсальную подливку с аппетитным ароматом грибов, просто пальчики оближешь. В этом соусе нет ничего особенного: куриное филе, шампиньоны, сметана и специи, но он получается настолько нежным, ароматным и аппетитным, что оторваться нет сил. Любая каша, спагетти или макароны станут только вкуснее с таким соусом. Обратите внимание, что лесные грибы готовятся чуть дольше, чем шампиньоны, поэтому правильно рассчитайте время. Такой соус даже можно подать как самостоятельное блюдо. Сытно, вкусно, ароматно. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. В холодную воду положите филе, лук, морковь, чеснок, лавровый лист и смесь перцев. Посолите и варите до готовности мяса. 15 минут, выньте готовое мясо. Дайте ему слегка остыть и нарежьте крупными кусочками. 2. Грибы нарежьте пластинками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон. Переложите грибы в отдельную емкость так, чтобы с них стекло лишнее масло. 3. В той же сковороде обжарьте нарезанный крупным кубиком лук. Когда лук станет прозрачным, добавьте к нему нарезанное филе, перец, итальянские травы и перемешайте. 4. Добавьте немного измельченного чеснока и перемешайте. Добавьте грибы, сметану, несколько половников бульона. На небольшом огне протушивайте в течение 5 минут. Снимите соус с огня, остудите. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Жду ваших лайков и комментариев. Теперь о составе нашего блюда. Грибы 300 грамм, куриное филе 3 штуки, лук 2 штуки, морковь 1 штука, чеснок 3-4 зубчиков, сметана 3-4 столовые ложек, лавровый лист 1 по вкусу, перец 1 по вкусу, соль 1 по вкусу, итальянские травы 1 по вкусу, количество порций 5. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.